Вуктыльские школьники встретили начало лета открытием летних оздоровительных лагерей и площадок. Около 300 детей собрались на площади города для торжественной переклички, посвященной Дню защиты детей и открытию вторых малых Олимпийских игр. Привез с Олимпа вам огонь, чтобы сердца горели желанием честно побеждать, а значит, не стареть. Ведь в совершенстве каждого, поверьте, нет предела. И дружбой все вы связаны, ведь спорт – большое дело. Где ваш герой? Передаю ему огонь. Иджа Оланет, Дона Войтер. Я богатырь Коми Пермяков Пера, защитник Коми земли и охотник. Пусть зарвется тишь над городом России, Олимп и здесь воздвиг свой бастион. Хвала героям, что покажут нашу силу. В Уктыле вновь зажжется греческий огонь. Здоровье и спорт неразделимы, поэтому весь летний отдых пройдет под знаком спортивных соревнований и достижений. С ребятами будут работать опытные педагоги. Они планируют провести обширную воспитательную работу, культурно-массовые мероприятия, соревнования, мероприятия по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни. С приветственным словом перед собравшимися выступила заместитель руководителя администрации района Гульнара Идрисова. Она поздравила с началом школьных каникул и пожелала всем провести эти 3 месяца весело и активно. Лето началось, и с ним началась наша оздоровительная кампания, с ним начнутся наши трудовые смены, с ним начнутся наши площадки. То есть мы вас ждем, мы будем очень рады вместе с вами провести это замечательное лето. И очень надеемся на то, что это лето будет теплым, радостным и счастливым. С праздником вас, ребята! Хорошего летнего отдыха! Уже стало доброй традицией на открытой линейке чествовать круглых отличников. Детей, которые своим упорством, знаниями добились таких замечательных результатов. Они действительно являются гордостью Вуктыла. 46 человек со 2 по 10 класс получили сертификаты и денежные вознаграждения за отличную учебу. Классные руководители также получили свои награды. Ведь благодаря им дети достигают таких высоких результатов. После торжественной части вся шумная ватага разбежалась по площади, чтобы принять участие в традиционном конкурсе рисунка на асфальте «Что такое безопасность глазами детей» и спортивных состязаниях.